Ребята, всем привет! У нас утро 6:40. Мы вообще должны были встать в 5. Но я будильник отключила и легла спать. Хотя я могла встать, потому что я там встала прям живчиком таким. Поэтому я могла, в принципе, встать. Я уже практически оделась. А у Наташи поднялась температура. Она и вечером была, и сейчас. Но сейчас получше, поэтому мы не знаем, что делать. Вот. Ну, я одета. Практически сейчас еще носки одену. И пойду, наверное, позавтракаю. И мы, наверное, в больницу, не знаю, поедем. Вообще так все серо, пасмурно. У нас вообще прохладно, я одела рубаху теплую. Не знаю, как я буду в Тюмени ходить в платье. Ну, если даже будет холодно, то тогда буду вот с этой рубашкой. Я взяла морс, гуляш и салат с креветками. Пюре было не очень, а салат, в принципе, вкусный. Мой рацион вышел на 500 рублей. Мы заехали на заправку, и мы уже приехали в Тюмень. Вот в этих, короче, домах у нас квартира снята. Очень вообще яркие такие дома. Классные. Вон доставщик едет. Обзор. Такая вот бежевенькая квартирка. Кухня. Кухня красота просто. Большущее зеркало. Кровать, диван. Вид из окна. Вот такой у нас на ТЦ «Остров». Так, туалет, ванна. Ну ладно, порошок. Shower gel and hair shampoo. Сейчас с вами выйдем на балкончик. Вау! На чердак лестница. Мы уже сходили в магазин, сейчас вам покажу, что мы взяли. Ну, в общем, некоторые продукты. И еще была акция, берешь одни пельмени, вторая в подарок. Ну, еще и дошираки, и печеньки. Здесь вот есть кофе, чаи, всякие ложки, вилки. Вот. Время у нас почти 10 часов. Я сейчас буду разбирать сумку, все складывать сюда. Я помыла тряпочками полочку. Хоть у меня все и тут и в пакетах будет, но на всякий случай все равно я помыла. Вот такими салфетками, он серые все какие-то. И сейчас буду все разбирать. О, заряд торчит. Все,
Все, у меня заняло буквально 20 секунд. Вся сумка пуста. Просто разложила. Пакеты просто так положила и все. Всем привет, всем доброе утро. Я завтракаю молочным ломтиком и вот таким вот шоколадным напитком. Греем чайник. Папа сказал, что он не выключается, поэтому надо самим, в общем, его ставить. Смотрите, какая у нас красота утром. Я уже позавтракала, сейчас поставлю телефон на зарядку. Вчера пила чай, попробовала и нашла, что тут конфетки. Нормальный чай, в принципе. Я вечером пила чай. Это что у нас? Сахар. Как бы ландыш. Ну, кстати, некрасиво смотрится в этом интерьерчике. Шкафчик горничный закрыто. Хотя он открыт. Ладно, покажу. Вот. Вообще, здесь ночью красиво, когда... Я тапочки нашла. Когда включается вот эта подсветка. Сейчас вам покажу, как эта подсветка включается. Вот. Оп. Представьте, какая тут красота. Все, мы по делам. Я оделась. Только рубашка вообще отлично смотрится. Сейчас ставлю вам некоторые фотки. Всем, ребята, привет! У нас уже 8 августа. Мы выходим также по делам. Такой у меня сегодня образ. Ребята, мы уже пришли в садовый центр Астра, который называется. О, господи, какая красота! Посмотрите. Вон, все поле. В жизни, на самом деле, это выглядит вообще красиво. Окей, let's go. Ребята, всем привет! Сегодня у нас 9 августа. Мы были вот... В такой столовой тарелку съел. И я не доела. И положила себе вот такой вот контейнер. Хлеб и две котлетки с гречкой. Доем в квартире. Сейчас мы, наверное, пойдем гулять. Ребята, всем еще раз привет. У нас 10 августа вечер, мы сейчас собираем вещи, потому что завтра утром мы уезжаем уже домой. В общем, я брала платье, и я в нем не походила. Вот, я уже собрала сумку, тут вот вещи, футболка, там носки. Всем доброе утро, и мы уезжаем. Я уже вот где лифт, я оделась так же, а мы покупали ящик малины, его не доели. Вот сумка. Сейчас выходим. Мы уже вышли. Я сходила на мусорку. Выкинула мусор и малину. Она хоть и хорошая, но ее есть никто не будет. Вот, поэтому я выбросила. Мы покупали вот в этом ларьке. Там еще вот в этом ларьке продается и в том. Мы вчера еще заезжали на Тюменский рынок. Там как фабрика, завод, что ли. Смотрели там фрукты, овощи. Ну, чисто просто посмотреть, потому что мы ничего не брали, так как мы уезжаем. Вот, поэтому. Блин, так классно. Небо такое красивое. Когда мы проехали Тобольск, было село Абалак. Посмотрите, какая там красота. Ну а вот и Сургут. Сегодня день рождения у моей мамы, поэтому мы после приезда домой купили шашлык, забрали роллы и поехали на дачу. Моя крестная научила нас чесать рогоз и плести из них косы. Ну а это мой итог. У меня получилась очень длинная коса. На самом деле это плетется легко.